Вы когда-нибудь слышали про практику 108 дней? Ты же говоришь, тело на ты. Окей. Ты когда-нибудь слышал про практику 108 дней? Я слышала, что она помогает настроить взаимоотношения с родителями, мужьями, сыновьями, в общем, детьми, начальством. Ну, мне очень актуально. И мне не терпится это попробовать для себя. Прямо сейчас в качестве эксперимента я буду вести видеодневник. Буду снимать каждый день своей жизни и подводить промежуточные итоги каждую неделю. И очень ждать новых ощущений.